чай, свободная стихия. В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы и долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыне молчаливой перенесу тобою пол, твои скалы, твои заливы и блеск и тень, и говор волн. Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть. Журчание ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова. Думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства. Но слава Богу, небо у нас сивое, а луна точно репка. В 1825 июня в Святых Горах по 9-й пятнице и здесь имел счастье видеть Александру Сергеевича господина Пушкина, который некоторым образом удивил странную своею одежную пред длинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду, также пред длинными ногтями, с которыми он почищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около полдюжины. Торговец и Лапин. Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо. Я один-одинешенек, живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма. Донесение. Вследствие тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, узнал я, что сей Пушкин дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними. Иногда ездит верхом и, достигнув цели путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу.
печален я. Со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет. Сцена из Фауста. Берег моря. Мне скучно, бес. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Сегодня бал у сатаны, на именины мы званы. Доктор Фауст, ну смелее, там нам будет веселее. Где же мост? А, какой тут мост? Ну вот сядь ко мне на хвост. Так вот детей земных изгнали, какой порядок и молчание, какой огромный сводов ряд. Но где же грешников варят? Все тихо, там, гораздо далее, где мы теперь, в парадной зале. Горит во мгле, что кипит в котле, Фауст. Посмотри, уха! Погляди, цари! О, вари, вари! Беру. Кругом нас обыграла. Эй, смерть, ты право сплутовала. Молчи. Ты глупый молоденек. Уж не тебе меня ловить. Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить. Что там белеет? Говори. Корабль испанский, трехмачтовый, пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь, она недавно вам подарена. Все утопить. Сейчас. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Конечно, вы не раз видали уездной барышни альбом, что все подруги изморали с конца, с начала и кругом. Такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я. Я Лилу слушал у клавира. Ее прелестный томный глаз волшебной грустью нежит нас, как ночью веяние зефира. Прощайте, делаю вам гримасу. Адью, дивин. Елизавета Миколаевна,
в день ангела Дон Жуана. Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень. Они их истинная публика. Вы уверяете, что я не знаю вашего характера? А какое мне до него дело? Разве у хорошенькой женщины должен быть характер? Главное – это глаза, зубы, губки и ножки. Нет ни в чем вам благодати, счастьем у вас разлад, и прекрасны вы не кстати, и умны вы не впопад. В начале жизни мною правил прекрасный, хитрый, слабый пол. Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глас. Все те же львы, другие девы, сменив, не заменили ль вас? Отдаление от вас, с вами буду неразлучен, томных уст и томных глаз буду памятью размучен, изнывая в тишине, не хочу я быть утешен, вы ж вздохнете обо мне, если буду я повешен. Когда ж и где, в какой пустыне, безумец, их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы? Когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души, я здесь остался б наслажденье кушать в неведомой тиши. Быть может, уж недолго мне в изгнании мирном оставаться, вздыхать о милой старине и сельской музе в тишине душой беспечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом, я буду мыслью всегдашней бродить Тригорского кругом, в лугах, у речки, над холмом, в саду под сенью лип домашней. Когда померкнет ясный день, одна из глубины могильной, так иногда в родную сень летит тоскующая тень, на милых бросить взор умильный. Приехал вдруг ночью
жандармский офицер из города. Велел сейчас в дорогу собираться. А зачем, неизвестно. Арина Родионовна растужилась. Навзрыд плачет. Жандарм торопил в дорогу. Да мы все позамешкались. Надо было в Тригорское посылать за пистолетами. Жандарм увидел их и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны». А наш-то ему и говорит: «А мне какое дело?» Опасные. Мне без них никуда нельзя ехать. Это моя утеха. Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас грешных ничего не делается. Мне также дали его для большей безопасности. Впрочем, мне остается только гордиться этим. Вся Москва спокойно спит, забыв волнение боязни. А площадь в сумраке ночном стоит полна вчерашней казни. Торчат железные зубцы, с костями груды пепла тлеют. На кольях скорчась мертвецы, оцепенелый черней. Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства. Ваше Величество! Ваше Величество, я давно ничего не пишу противного правительству. Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? Стал бы в ряды мятежников. Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири. Правда, государь.
Я многих из них любил и уважал, и продолжаю питать к ним те же чувства. Что же ты теперь пишешь? Почти ничего, Ваше Величество. Цензура очень строга. Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура? Цензура не пропускает и самых невинных вещей. Она действует крайне нерассудительно. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей, и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря. Довольно ты подурачился. Отныне я сам буду твоим цензором. Присылай мне все, что напишешь. Господа, вот вам новый Пушкин. О старом забудем. Носите короткие платья, потому что у вас хорошенькие ножки. И не взбивайте волосы на височках, ибо у вас, к несчастью, круглое лицо. Я в Петербурге с неделю, не больше. Нашел здесь общество в волнении удивительном. Веселятся до упаду и в стойку. То есть на раутах, которые входят здесь в большую моду. Обойщик приходит к Людовику Великому. Ваше Величество, я должен обить потолок. Какой цвет выбрать? Спросите об этом мадам. Но почему, Ваше Величество, мадам чаще приходится смотреть на потолок? Я пришел к Александру Христофоровичу, он смотрит на меня и говорит: «Господин Пушкин, я прочел эти ваши стихи и показывают мне то самое. Вы, собственно, кого имели в виду? Вас, Александр Христофорович? Меня?
Я говорю, а вы на кого подумали? Давно бы нам догадаться. Мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Пардон? Пардон? Миль пардон? Пардон? Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься, вот уже и замена разговору. С моей стороны, я от раутов в восхищении. Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая. Рожа ничего не обещающая. Он читал у Вяземского свою трагедию «Борис Годунов». Ну что за сочинение? Инди-прозой, инди-стихами, инди-по-французски, инди-по-латыни, да еще и без рифм. Я считаю, что цель господина Пушкина была бы выполнена, если бы он с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта. И среди этих-то орангутангов я осужден жить в самое интересное время нашего века. Пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны. Если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское. Почти как Орликин, который на вопрос, что он предпочитает, быть колесованным или повешенным, ответил, я предпочитаю молочный суп. Быть может, сладкое мечтание, я к вашим возвращусь полям, приду под липовые своды на скат Тригорского холма, поклонник дружеской свободы, веселья, грации и ума.